Я несколько раз случайно включал канал «Дважды два», поэтому любые запретительные меры в отношении этого канала, так же, как в отношении передачи, скажем, как это СТС, что ли, есть, «Дом-2», я принимаю безусловно. Что называется, Солженицын не читал, но поддерживаю. Поэтому смотреть не смотрю, но я бы закрыл его полностью без всяких разговоров.